Более 50 водителей на прошедшей неделе нарушали правила дорожного движения. Семеро не пропустили пешеходов на переходе. А еще саровские полицейские составили административные протоколы за неправильную тонировку стекол, ненадлежащую перевозку детей и вождение в нетрезвом виде. По словам начальника саровского ГИБДД, за неделю произошло 16 ДТП. В двух из них пострадали люди. Одно произошло по дороге на Кремешке. Водитель автомашины Kia Sorento, который поехал на родник в это время, водитель, он 65-го года рождения, совершил наезд на тюбинг, в простонародье ватрушка, на которой с горки спускалась несовершеннолетняя 2008 года рождения. Как итог, любительница активного отдыха получила телесные повреждения в виде ушибов. После осмотра врачами была отпущена домой. Как пояснил водитель, он просто не заметил спускающегося с горки ребенка. Не увидел помехи на перекрестке с Семашкой Курчатова и водитель девятки. Поздно вечером в субботу он не предоставил преимущества автомобилю, двигающемуся по главной дороге. В результате ДТП два пассажира автомашины Ford Focus и ее водитель получили телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы. Одним из пострадавших оказалась девочка 2012 года рождения. После осмотра врачами приемного отделения все пострадавшие были отпущены домой. Сотрудники дорожной полиции напоминают, что скоростной режим и дистанцию до впереди идущей машины необходимо соблюдать, исходя из погодных условий. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.